Финал сетки лузеров. Проксима против Кельца. В равной борьбе Кельц в предыдущем файте одержал победу над Пепко. Готовьтесь к бою. Пепко занял 4-е место на турнире. Раунд начнется через 3, 2, 1. Поехали, бой, ребятки. Начнем смотреть за Кельца. Стандартный розыгрыш. Удалось отмансить от дамага. Три болта, второй раз. Шикарный момент. Проксима заходит шафтом. Надо догонять, ёптять. Ну и пощечинами прям. Оу, ну конечно же. В загашнике у рейнджера всегда имеется сфера. Подчиняй им на 57% шафта на данный момент показывает Кельц. Что совсем немало. Понимает позицию оппонента. И продолжается цикл. Мега красный. Ух ты! Ух ты! Мне кажется, сфера должна... Так как так? Это... Что? И сфера дамага не нанесла. Мне кажется, это проделы пинга, ребятки. Проделки пинга и коннекта. 45 на 21. Вообще интернет глючит в последнее время, ребят. И на прошлом турнире были у Стоуна, у Петра проблемы. Но на прошлом турнире все-таки удалось стабилизировать ситуацию. И у Пети хватило скилла вытянуть турнир. Сегодня все-таки лаги интернета, видите, не позволили сделать это Петру. Угу. Ну и мы видим воочию. Ребята сейчас дерутся за второе-третье место. И ну, мы со спектатором видим, что происходит какая-то дичь. Здесь сфера на 100 влетела. Все очень хорошо. Вижу в чате Ильич предполагает, что Кельцам может быть токсик, судя по стилю игры. Ух ты, Проксима в какую-то дырочку все-таки засунул свою рельсу. Не знаю даже, что ответить, Ильич. Судя по тому, насколько я знаю Токсика и Йохана, он не любитель создавать фейки и всему подобное. Такое имя всемирное. Каждый квейкер знает Токсика. 25 хп остается у Проксима. Эх, не удалось Кельцу дострелять. А теперь удалось. Кельц выходит вперед со счетом 5-3. Какие-то все равно пролаги. Да нет. Такие квейк, такие шведская школа, говорит Зодиак. Ну да, да. Флаг Швеции у Кельца и... Да нет. Как мы все знаем, Токсик именно из Швеции. Может быть, ребят, может быть, может быть. Каких только лишь чудес я не видел на своем веку в Квейке. Каких чудил, стрим-снайперков, хейтерков, профессиональчиков-ебучачек, читеров, вообще просто хороших людей, хороших аимеров, мувмеров. Ну и вообще просто квейчат, вот этот квейчат. Так что, возможно, даже это Токсик. Проксима пытается найти точку соприкосновения с Кельцем, но тот, сохраняя позиции по центру, не дает возможности раздамажить себя просто так. На самом деле, исключает возможности где-то, где увидит Проксима все-таки нанести. Надо как-то выходить, а им не больше. Давай!
Красный, скоро! Сколько там на одном хп остался, Кельс? На одном, ребята. Заработал ачивку «Крепкий орешек». Уф. Реакции, конечно, не занимать у парней. Красиво работает. Проксима снова сокращает преимущество Кельса до одного фрага. Будет закрывать. Отстреливается Кельс, но тут шафт. Ёптять, иди. Хороший. 50 хп сейчас останется, 75 красный. Будет врываться Кельс шафтом на перевес, да? Захватывает позицию на миге, и это очень важно. Куда ты упал, ёптять? Мне кажется, сферу зря ты. В преддверии Миги надо было ее сохранять. От контроля, если бы он отыграл, он бы имел все шансы закрывать седьмой фраг. А сейчас они очень стерты, сомнительны. Проксима закрывает Кельса, и тот именно сейчас поплатился за незанятую позицию на миге. А он был уже там, самовольно спустился вниз. С шафтом наперевес заходит, ловит рельсу и... Еще одну! Ах! Рядом! Рассчитывал на сферу Кельс. Ситуация повернулась явно не в его пользу. Проксима выходит вперед, 8-6. Проксима тактики только что разменял позицию на меге на рельсу. Окей. Мегас из новокрасный. Куда же пойдет оппонент под штрафик? А! Серьезный выпад, серьезный. Можно было шафта в задницу подловить так плотненько, ребята. По максимуму, я бы сказал. Кельса не удается раздамажить, нанести штрафов должных. Проксима остается на контроле. Окей. 3 минуты до конца. Красиво! Помнит алгоритм появления айтема Проксима. Забирает желтый, красный появился. Ой-ой-ой, приходится прожимать ульту, а Кельс не лыком шит, ребята, вы посмотрите, не отпускает просто так. Ух, 200 ловит. Проксима красиво выглядывая из угла, раскайтил ракетами. Ах, просто силой перебил, за 2,5 минуты до конца контроль. Сверху появляется желтый, не помнит об этом Кельс, наверное. Желтый снизу, хорошо, нужна еще ракета, красный после этого. Плоскрича более лучшая позиция, сфера решает. Ай! Еще! Куда ты упал? Ёптить, шафт! Ха-ха-ха-ха! Но Проксима словил на таймингах перезарядки оружие. Ёптить, и вот он крепкий орешек от Проксима. 2 минуты до конца, 5 фрагов разницы. Запахло гугусей. Молодчиком дерется до конца Кельс. Все-таки еще возможно, камбэк из рил. Камбэк из рил, ребя. До миги еще очень много времени. Красивый додж и манс от Проксима позволяет ему сделать еще один фраг. 13-8. Понимает то, что противник будет заходить, кинул ракетку, конечно же, на сотку. Конечно же, на сотку. Ну, Кельс, не теряя энтузиазма, рвется в бой, да? Желтый сейчас, и сразу будем драться за красный, спускайся! Ёптить, ты все время, блядь, бегал, а теперь решил подождать за минуту до конца. Ну, где логика? 14-8, ребята, 6 фрагов. ГГ, пишет Кельс, однозначно ГГ. Красивая битва, как львы, как тигры тягались на арене. Спасибо, да, аплодисменты, ребята. Кельс занимает 3-е место 4-го турнира Эстоти Лиги дуэльной. 3-е место. А Проксима выходит
А, нет, что я гоню? Тю, 1-0 только, тупо. Ха-ха-ха-ха. Ребята, сори, чуть-чуть устал. 1-0 в финале лузеров. Ха-ха-ха.